Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет обзор книг известного американского писателя Говарда Лавкрафта. В обзоре представлены лучшие книги автора, которые стоит прочитать. «Зов Ктулху», «Хребты безумия», «Таящийся у порога». Говард Филлипс Лавкрафт совершил революцию в литературе ужаса, сместив центр ее внимания с обычного земного мира на огромную, неизвестную, безразличную вселенную, существующую за пределами человеческого понимания. Писатель взял обычный мир и принес в него нечто темное и потустороннее. В своих книгах писатель смешал обыденную действительность и вселенский кошмар, показал столкновение простого человека с непостижимыми, а порой и смертельно опасными созданиями. Книга «Зов Ктулху» повествует о загадочном и мистическом существе и его влиянии на окружающий мир. История ведется от лица антрополога Фрэнсиса Тёрстона, который унаследовал имущество своего деда. В его вещах он находит статуэтку странного существа и странные записи. Фрэнсис решает разузнать об этом побольше. В ходе своего исследования герой оказывается втянут, возможно, самую страшную тайну Вселенной. Он пишет записи о Ктулху, его мистическом культе и загадочных смертях всех тех, кто узнал об этом слишком много. Книга разделена на три истории и написана в виде дневника. Она окружена мистикой и тихим ужасом. «Хребты безумия» — это произведение, вселяющее леденящую душу в страх и вдохновившее на создание загадочных теорий. В книге рассказывается о полярной экспедиции, которая находит во льдах заброшенный город. Ученые оснащены лучшим оборудованием своего времени, но никакое снаряжение не поможет им здесь, на развалинах древней цивилизации, где обитает сам ужас во плоти. Постепенное продвижение вглубь ледяного безмолвия открывает им факты о далеком прошлом нашей планеты, которое лучше бы и не тревожить. «Таящийся у порога» — роман американского писателя Августа Дерлита, основанный на черновиках и фрагментах Говарда Филлипса Лавкрафта, опубликованный в соавторстве обоих писателей в 1945 году. Сюжет романа «Таящийся у порога» рассказывает о тайне, уходящей в прошлое, и неизвестной ужасной деятельности предка главного героя. Повествование происходит от лица Амброза Деворта. Он приезжает в Данвич, в округ Архэм, и получает в наследство дом от прадеда Элайджа Биллингтона. В доме он находит странные рукописи, древние реликвии, старые записи и книги о ведьмах, древних злых богах. По итогу он выясняет, что его дед занимался сильным колдовством. Подобно сыщику, Деворт, а затем и Стивен Бейтс тщательно ищут фрагменты запутанного страшного дела, а после безуспешно пытаются сложить всю картину. Это удается лишь ученому Сенеке Лэпхэму и его помощнику Филлипсу. В романе присутствуют характерные признаки мифов Ктулху: знак старших богов, запретные книги, реликвии забытых времен. Миры Говарда Лавкрафта, несмотря на всю свою психоделическую атмосферу ужаса, безусловно, представляют интерес. Это истории, в которые стоит окунуться, даже если вы не являетесь поклонником фантастической литературы. Его уникальный способ повествования, детальная прорисовка событий и персонажей волшебным образом переносят вас во вселенную непризнанного при жизни автора. И его гений продолжает будоражить воображение писателей, режиссеров и художников, являя собой
неиссякаемый источник вдохновения. С книгами из обзора вы можете ознакомиться в нашей Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всем спасибо за внимание.